Всем привет! Шлем вам привет с города Черкассы, а именно фирма «Климатический пояс», представитель кондиционеров ТОСО в Черкасском регионе. И мы сегодня нашли время, слава богу, поговорить и увидеть, посмотреть и показать три бренда, о которых уже идут споры, какой лучше, а именно бренды Cooper Hunter, Tassot и Gree. Все эти три кондиционера производятся на заводе, или так сказать, корпорации Gree в Гонконге. Итак, приступим. Итак, друзья, у нас сегодня в гостях одноклассники с одного завода в одном сегменте. На данном этапе у нас модель Tassot GX12AP, холодная плазма активная. Cooper Hunter у нас модель CH-S12XN7, серия Prima, и Gree GWH12AAB. Все на 410 фреоне, обычные, не инверторные, так называемые on-off. По коробкам мы видим, что у нас отличительным качеством сразу является знак, международный премиум бренд корпорации Gree. Cooper Hunter, конечно, выигрывает в упаковке в маркетинговом ходе от знака Best и сам Gree. Я напомню вам, господа, что продукт непосредственно завода корпорации Gree — это премиум бренд Tassot, базовый Gree, ну и у нас в Украине Cooper Hunter. Приступим к более детальному обзору. Итак, приступим. На данном этапе у нас всем полюбившимся бренд Cooper Hunter. Отличная техника, проверенная, как говорится, годами. Крышка есть защитная, что немаловажно. Делаем разборку и смотрим параллельно качество кондиционера. Вообще, так называемая корпорация Gree, рыл я информацию и нарыл такое, что был когда-то завод просто Gree, потом подписали сотрудничество с компанией Daikin, японским магнатом-монополистом в кондиционировании, о глобальном сотрудничестве по инверторам. И сделали корпорацию. Уже эта корпорация начала принимать много заказов от других маркетинговых названий и начали делать довольно-таки качественную технику. Что мы видим в наружном блоке? А я напомню, у нас модель 12-я, потому что, как говорил мой хороший знакомый, даже девятку не считает кондиционером. Кондиционер должен быть от 12-го, как правило. Это уже моща и холод. Труба 12-я, шестерка, докипатель, конденсатор, кондиционер не инверторный, теплообменник с покрытием, аэродинамическая жалюсь. Всем, как всегда, интересующий вопрос, какой стоит компрессор. Мы здесь видим компрессор Gree, что подсказывает, что это Gree. Но я напомню, друзья, что Gree как завода не существует, есть корпорация, которая производит своих два продукта, которые представлены у нас в Украине. Это Tassot, премиум бренд корпорации, и Gree. Ну и, соответственно, Cooper Hunter, который заказывается отдельно Украиной на этом заводе. Тоже очень хорошей комплектации и качества. Бегло посмотрели, приступим, посмотрим, что там спрятал сам Gree. Напоминаю, одноклассники, 12-е, модели идентичные, подобрали, чтобы было видно. Никого не ущемляем, не увеличиваем, чтобы было видно вам всем. Почему? Потому что много стоит вопросов. Одни хотят Cooper Hunter, вторые хотят Gree, а третьи даже не знают, что такое Tassot. А мы сейчас хотим довести, что эта техника одна и та же и высокого качества по доступной цене. Вперед! Сейчас мы посмотрим на
кондиционер GRI, базовую модель корпорации. Посмотрим, из чего она сделана. Крышка, блок, все одинаковое. Cooper Hunter GRI. Что мы видим, друзья? Что кондиционер GRI аналог Cooper Hunter или Cooper Hunter аналог кондиционера GRI. Та же крыльчатка аэродинамическая, тот же теплообменник, та же толщина, on-off, размещение конденсатора, клеммы, вентилятора, конденсатор. Все на одном и том же самом месте. Те же виброгасители. Тот же компрессор GRI, 12-я труба, шестерочка, то есть не занижена. Если в многих дешевых брендах идут трубы 6-9 у 12-го кондиционера, то есть, соответственно, мы понимаем, что это такой 12-й, как, ну, я не знаю, что сказать, не 12-й, то есть это вот и все. То есть здесь вот есть вибро, здесь тоже есть вибро, все проклеено, все добротно, все достойно. То есть завод делает с китайского всего, что есть ширпотреба, можно сказать, завод делает качество. Ну и в принципе перейдем к так малоизвестному бренду, который мы представляем, который мы хотим, чтобы продавался не меньше, чем GRI и Cooper Hunter. Перейдем к нашему любимому Тосоту. Кондиционер Тосот, наружный блок. Опять же тот же одноклассник, та же модель. Снимаем, разбираем, смотрим. Итак, дорогие друзья, что мы видим? Кондиционер Тосот, кондиционер GRI, кондиционер Cooper Hunter. Та же самая аэродинамическая лопасть, тот же самый теплообменник с тем же самым покрытием, те же самые антивибрационные проклейки. Тот же самый компрессор GRI, также установлен конденсатор, сам корпус, все совершенно идентичное, 12-я труба, 6-я труба, корпус одинаковый, крышки одинаковые, проклейки одинаковые, GRI, схемы, все одинаковые. Ну что, поиграем в игру, как говорится, найди три отличия. Смотрим крышки наружных блоков Cooper Hunter. Смотрим крышку наружного блока GRI. Пластик, антивибрация, идентичные. Смотрим крышку наружного блока Тосот. Пластик, антивибрация, идентичны. Кто найдет три отличия, тому кондиционер бесплатно. Это я вам обещаю. Мы с удовольствием поделимся кондиционером, если вы найдете три различия. Со всего этого видно Тосот, GRI, наверху флагман продаж в Украине корпорации GRI, Cooper Hunter. Это одна и та же техника. Компрессора GRI, повторяюсь. Компрессора GRI очень надежные. Не боятся перегревов. Поверьте мне, я уже их переставил, этих кондиционеров. Перевидел. GRI не уступают. А я даже бы сказал и лучше. От некоторых японских кондиционеров ведущих. Там, не будем называть марки. То есть, подытожим, что если у вас нету возможности или появилось желание купить кондиционер Cooper Hunter, купить GRI или Тосот, нету GRI, вы можете спокойно, преспокойно взять Cooper Hunter. Нету Cooper Hunter, вы можете взять спокойно, преспокойно Тосот. По разным наблюдениям
как мы уже ставим кондиционеры неоднократно, и те, и те. И в основном мы ставим, монтируем, продаем кондиционеры Тосот. Мы выбрали Одноклассников, здесь видно, что все идентичное. В некоторых нюансах скажу, что Тосот выигрывает, потому что это все-таки премиум бренд. Почему-то его не зря назвали премиум бренд корпорации GRI. GRI идет база, Cooper Hunter, завод Украины на корпорации GRI, качественный, и Тосот. Тосот мировой идет, мирового масштаба, как все мы полюбившимся там Toshiba, Panasonic, Mitsubishi. Продаются в любой стране, одинаковое качество. То же самое и Тосот. Одинаковое качество, что в Украине, что немцу, что белорусу. Качество будет высокое. Мало того, в Тосоте еще есть свои компрессора Тосот. То есть, вот бы как бы корпорация, но есть компрессора GRI, которые стоят же в том же Тосоте. И в основном семерки, девятки, 7000, 9000 BTU. В том же GRI, в том же Cooper Hunter будет стоять компрессор Тосот. Почему Тосот? Рыло искал эту информацию, нашел на китайском, что-то Google там не переводил. То есть приблизительно история такая. Завод GRI был. Для завода GRI делал компрессора Тосот и платы делал завод Тосот. И получается, когда они с Daikin'ом подписали соглашение о глобальном сотрудничестве по инверторам, корпорация разрослась, уже стал не завод, от завода осталось одно название GRI, а стала корпорация GRI. Вот мы видим, какие замечательные продукты делает этот завод, потому что с Китая это бомба. Это лучшее, что есть в Китае. Мы только монтируем технику GRI. Как там корпоративный бизнес, корпоративное производство. Тосот делал платы и компрессора для завода GRI. Когда, повторюсь, Daikin подписал соглашение с GRI, начались большие объемы продаж кондиционеров под разные марки, когда уже начались Cooper Hunter заказываться. Некоторые там еще проскакивали модели и в Украину, понятно, под другими названиями. Тосот стал делать компрессора только для GRI. И в итоге получилось так, что нету смысла делать только компрессора. Вот они соединились, все-таки это корпорация, соединились в одно. Но тем не менее, можно сказать, что сердце компрессора, пульс, который бьется в кондиционерах GRI, это немалая доля, вложенная годами самим производителем компрессоров и плат Тосот. Вот так вот разделили этот рынок, сейчас мы получаем такие продукты. В принципе, информацию донес, так что не переживайте покупать что Тосот, что Cooper Hunter, что GRI. Правильно говорить Тосот, но люди говорят Тосот, и мы, соответственно, тоже говорим Тосот. До новых встреч, будем пытаться находить время. В основном мы направлены, свое видео направили для людей, которые не понимают, что за кондиционеры, какие корпорации, как, откуда, чем Тосот лучше от GRI, чем GRI лучше от Cooper Hunter, чем Cooper Hunter лучше от Тосота. Люди не понимают. Вот мы хотим донести эту информацию, потому что как таковой рекламы в этой технике практически нету. Надежную технику рекламировать не надо, она будет сама себя продавать, потому что она надежная. Когда вы покупаете технику эту, вы знаете, что вы деньги потратили не зря. А в интернете, везде, вы уже смотрите, какая там у кого ценовая политика, и определяйтесь. До новых встреч. Пока.